49-летний Дмитрий Стерляхин живет в 12-м доме на улице Спутника всю свою жизнь. Рассказывает, уже больше 5 лет каждую зиму вместе с соседями расчищает дорогу вдоль дома от снега своими руками, поскольку управляющая компания бездействует. Жильцы объединяются группами и чистят снег каждый вечер. На уборку уходит 2-3 часа. Сложнее обстоит дело с парковкой. Жителям приходится платить за аренду грейдера. Ни одного дворника с лопатой, мы здесь все жильцы, мы никогда не наблюдали. Собираемся. Собираем, около дома чистим, мусорки чистим, ну, чтобы всем соседям было удобно ходить. Вот. Ну, естественно, здесь вот площадка, чтобы все было убрано. Многие из жителей не видели не только дворников, но и руководство управляющей компании. Совещания, которые проводит администрация поселка Кряж, представители формулы ЖКХ не посещают. Здесь делают все своими силами. Вплоть до того, что даже сосульки с крыши жители, они сбивают сами. Административные комиссии внутригородских районов при участии управляющих микрорайонами собирают материалы на управляющие компании, которые выполняют работы по обслуживанию многоквартирных домов и прилегающих территорий некачественно или несвоевременно, или вообще уклоняются от них. Материалы направляются в ГЖИ или прокуратуру для принятия мер. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События.